Всем привет, дорогие друзья, лицевые мы продолжаем с вами Значит, у нас исследуется коррозионная пушка. Мы исследовали с вами теплые полы, в смысле не теплые. О, кстати. Твердотильная ионизация для твердых материалов коллайдинг. Так, хорошо, это я хочу потом. Так вот, о чем-то я. Значит, мы исследовали защиту от окружающей среды кислота, во-первых. И где-то там кислотные полы, исследовали это во-вторых. Поэтому мы сейчас можем с вами отправиться на кислотную планету и начать делать там всякое дерьмо. Поехали! Так, ну что ж, господа, давайте мы с вами посмотрим, куда бы нам отправиться. У нас есть аванпост в кислой среде. У нас есть, так, аванпост 2. Это там, откуда мы добываем кобальт. Так, поехали дальше. Разведка вулканической области у нас еще есть. Это где мы сможем... Где обнаружены следы титана. А, давайте, кстати, наверное, может быть, реально пойдем сначала обнаружим следы титана, чтобы тоже его исследовать. Обнаружены следы танзанита. То есть вот давайте сначала, да, разведками пойдем заниматься, а потом уже добычей. Давайте так, по очереди, так сказать. Сразу подровняем историю. А потом тогда уже займемся всякими кислотными, щелочными балансами. Потому что кислоту мы уже нашли, ну давайте теперь с титаном разберемся. Хатыдыщ. Ох, эпичность. Прыжок портала успешен. Внимание, температура выше безопасного уровня. В этой области жарче, чем мы ожидали. Моя броня может повредиться от жара. Мы приземлились в центре активной вулканической области. Мы ожидали, что будут высокие температуры, но не настолько. Изменение орбитального сканера не другими. Здесь мы так долго не продержимся. Так, температура в этих областях внезапно падает на сотни градусов. Где-где? Мы получили несколько аномальных показателей. Может быть, то, что мы искали, надо все исследовать. Да давайте быстрее, я сейчас сдохну. Где это? Ой, там какие штуки бегают. Исследуйте в поисках температурных аномалий. Слушайте, я реально сейчас отъеду. Да, это какая-то опасная штука, слушайте, здесь. Может, меня реген спасет? Так, ну, реген держит у меня, получается, все на каком-то уровне, плюс-минус, но... Что это за хрень? Это хрень хорошая или какая-то? Что-то за хрень мотать, она вообще ничего не боится. Так, мне надо найти какие-то аномалии, где что-то там куда-то падает. Вот это, что ли? Поразительно. Эти растения не похожи на что-либо я видел раньше. Температура вокруг них намного ниже температуры замерзания воды. Эшли, подойди ближе к этому растению. Мы сможем изучить его с близкого расстояния, охладиться в его ауре. Так, криогенные растения. Химические соединения, выделяемые этим растением, вступают в реакцию с вулканическими газами, которые присутствуют здесь. Эта реакция забирает огромное количество энергии из окружающего пространства, что приводит к очень быстрому охлаждению окружающей среды. Это удивительный механизм выживания. Мы сможем использовать его в особенно своих интересах. Пространство вокруг этих растений безопасно для нас, поэтому можем использовать его для регенерации, перемещаясь по этому биому. Мы должны попытаться воспроизвести этот эффект. Мы должны собрать достаточно образцов этого растения, чтобы исследовать его в нашей лаборатории. Мы можем сделать это, срезав его или используя биосканер. Я бы настоятельно рискнул использовать биосканер. Он гораздо эффективнее сбора полезных образцов и не разрушает законы безопасности. Мы можем изготовить его в арсенале, если ты еще не сделал это. Как выяснилось, мы уже сделали это. Мы нашли это случайно в прошлой серии. Так, то есть мне надо перемещаться от одной такой вундервафли к другой. Я здесь строить могу. Так, надо тогда здесь построить штуку, чтобы я мог сюда вернуться, если вдруг что.
Потому что, похоже, если вдруг что, скоро произойдет. Смотри, вообще пофигу. Изучить тебя нельзя, да? Хазениц не добывается. Ладно, значит, нам надо перемещаться дальше. И таких 10 штук найти. 10 так 10. Штук так штук. Или нет, подожди. Я ее раздолбал? Я случайно копьем, что ли, разнес? А, не, не разнес. Только что взорвался ближайший вулкан. Готовьтесь к бомбардировке. Серьезно? Блин, надо аккуратнее махать своими этими. Так, большие кусочки этих самых вулканических штук. Прям большие, говоришь? Ой. Так, мне сейчас. Я реально сейчас отъеду. Так, надо сваливать отсюда. Оп. Так, мне надо подрегениться. Тут так просто не походишь. Я сюда-то не. Сюда зачем? Да. Кусочки мое почтение. Все? Я надеюсь. Не, не все. Сейчас мы останемся без базы. Наконец-то. Так. Так, ладно. Допустим. Блин, ну мне бы прям... Придется, наверное, чиниться при помощи вот этой штуки, иначе это очень долго будет. Так, ладно, отправляемся дальше. Значит, нам надо держаться... надо держаться растений, так. Вон еще один. Еще один растений. Ай, блин. Так, надо махать осторожно, чтобы случайно не замахать на вот эту штуку. Так, штуку мы так, ну как раз пока будем лечиться, будем тогда биосканером хреначить. Не знаю, надо ли нам это, но будем. Так, еще один образец у нас получен. Ладно, отправляемся дальше. О, еще одна такая штука. Это, собственно, гигант? Этот ледяной, что ли, какой-то? Так, мы будем его затыкивать? Да, его затыкаем. Это ультрагенерод какой-то. Ну да, он поживее будет, походу. Да, какой-то вулканический товарищ. Так, ладно, пойдем дальше. Значит, этим товарищам вообще все по барабану, улиточкам. Ну, давай не будем их трогать тогда. Такой характер роста очень необычен. Это кристалл, обвитый очень сильными лианами. Похоже, что этот кристалл был еще выращен данной формой жизни. Этот кристалл содержит редкий минерал под названием фердонит. Его можно использовать для управления гравитационным полем в сочетании с очень сильным магнитным полем. На Земле его не существует. Магнитное поле в биоме ведет себя крайне странно. Не мудрено светить здесь этот минерал. Мы определенно должны исследовать кристалл дальше. Благодаря этому мы сможем добыть больше фердонита и создать новое оборудование. Исследуйте обработку фердонита. Так, коррозийная пушка. Стандартный лазер.
портативный лазерный излучатель, который достаточно мощный для в качестве автономного оружия. Так, и еще какая-то штука. Так, где там обработка фердонита? Так, а вот работа с фердонитом у нас. А здесь что такое? Еще одни лазерные башни. Вот тут у нас все подисследовалось, слушай. Скоро мы будем вообще шикарны. И еще, как, еще обработка чего-то у нас там пока неизвестно. Надо фердонит с него добывать, нет? Видимо, нет. Угу. Так, ну давай тогда еще этого товарища исследуем. Растения, которые растут прямо на лаве. Довольно интересно. Не знаю, может мне это пригодится зачем-нибудь. Так, повышен уровень осведомленности. Зашибись. Так, 7 из 10. Давай все исследовать будем. Будем исследовать все подряд. Плотное облако пепла движется в нашу сторону. И не только пепла. The sky is covered in ash and dust. Our solar panels are useless now. Солнечные панели, говоришь, не работают. Ну ладно, пока не надо. Так, 9. Осталось найти еще одну такую штуковину. Да, он, кстати говоря, еще кристалл. Блин, у меня щит высаживается просто моментально. Здорово, пацаны. Мы собрали достаточно образцов для изучения тех криогенных растений нашей лаборатории по излучению инопланетной жизни. Давай сделаем как можно скорее. Мы научимся воспроизводить этот эффект, но сможем свободно передвигаться по этому биому. Да, я полностью согласен. Нам, наверное, такой эффект и действительно пригодится. Так, вот он, этот эффект. Только можно его отсюда? Нельзя. Так, я хочу криотехнологию поднять на самый верх. А потом, наверное, я хочу на самый верх поднять 13-ю. Это у нас работа с фердонитом. Так, ее тоже поднимем на самый верх. Все остальное без разницы, ладно. Как? Это мы будем потихонечку изучать, просто чтобы оно в очереди стояло. Так, 44 секунды и минута. Несложно. Несложно и недолго. Так, миссия завершена. Используйте криотехнологию, чтобы изучить вулканическую область. Сейчас, нам осталось, в принципе, 30 секунд. Мне, может быть... Мне, может быть, здесь этого дождаться? Мне больше не надо, да? Да, мне больше не надо. Ну, давай пока походим, пособираем здесь что-нибудь. Так, 5 секунд. Ну, сейчас довольно быстрые исследования идут, потому что мы все сделали для этого. Так, отлично. Работа с фердонитом. Исследование обработки фердонита завершено успешно. Результаты невероятны. Этот минерал позволит нам создавать новое оборудование и оружие крайне высокого качества. Однако есть одна проблема. Нам нужно больше этого ресурса. Мистер Рикс, можешь при помощи орбитального сканера поискать крупные скопления переплетенных кристаллов, содержащих фердонит? Понятно, Эшли. Я обнаружил потенциально богатое фердонитом место. Координаты для прыжка в портал указаны на интерфейсе орбитального сканера. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь надо поискать титановую руду на новой территории.
Так, фердонит. На работу с фердонитом. Криотехнология. Включает криостанция. Ага. Постройка позволит строить другие здания. Это все прекрасно. Но нам нужен какой-то щит. От этого. Вот он, да? Защита от окружающей среды жар. Отлично. И пока мы это все исследуем, это будет у нас в конце. А пока мне нужен 20-й. Так, 20-я технология. Защита от окружающей среды жар. Мы это все дело выпихиваем наверх. Так, вся вот эта дрянь у нас остается. Эти лаборатории пусть изучаются потом. Здесь еще что-то заблокировано. Так, это у нас готово все. Так, мне нужна 30 секунд. 30 секунд, и я перестану здесь дохнуть. А, титановую руду надо искать на новой территории. Не здесь. Или здесь все-таки. Ну ладно, сейчас посмотрим. Эта миссия завершена, но мне в штаб-то вроде как не надо. Подождем 10 секунд. Так, 5 секунд, 3 секунды, 2 секунды. Так, отлично, все. Так, превосходно, теперь я здесь не дохну. Защита от окружающей среды жар у нас теперь готова. Превосходно. А куда мне надо теперь, говоришь, попасть-то, чтобы... Концентрация фердонита, геолокационная станция. Концентрация танзанита. Добыча урана. Нет, то есть получается, это все-таки здесь? Или пока я не вернусь в штаб, мне ничего не скажут дальше, что ли? Эй, жучары! Жучары, идите нафиг. Я так подозреваю, мне здесь уже, наверное, делать нечего. Наверное, следующую локацию мне где-нибудь еще расскажут. А вы кто такие? А-а-а. Прикольно. Они еще и взрываются. Что там происходит? Что-то поломалось, по-моему. Ну ладно, давайте мы с вами телепортнемся. Если нам говорят, что надо открыть портал и использовать портал домой, давайте сходим домой. Так, некоторые виды оружия стреляют непрерывно. У других есть альтернативный заряженный выстрел. Ведь мы знаем уже. Про альтернативно заряженный выстрел. Так, ну вот я пришел, и что теперь? Я пришел сюда. Что тебе предлагаешь делать? Ничего не предлагаешь? Да, походу он мне ничего не предлагает. Так, ну зато я могу арсенал сделать третьего уровня. Могу улучшить еще базу. Сделать ее еще мощнее. Надо мне сделать базу 6-го левела. Или лучше пока этим не заниматься? Ой, мотай, тут фпс-ки стали проседать. Да, чувствую, под конец мы будем играть с очень плавной картинкой. Очень плавной, просто мое почтение. Не знаю, как вам будет это видно на записи, но вообще, конечно, подлагивает. Да давай загрейдим, что не загрейдить-то? Сколько точек нападения будет? Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре точки апгрейда. Ну и ладно. Четыре так четыре. Здесь, говорит, мне немножко перед атакой. Так, это у нас пока не улучшается. Мы еще не развили это тоже не улучшается. Или ресурсов нет. Что-то, короче, одного не хватает. Ну ладно, раз у нас есть некоторое время перед атакой, ну-ка пойдемте-ка мы сюда заодно запихнем. Знаете, что? Где это? Вот. Давайте еще несколько рельсотронов сюда поставим. Мне понравилось, как они стреляют. Давай по одному рельсотрону на дверь еще воткнем. А может по два. Где по одному рельсотрону на дверь, где по два рельсотрона на дверь.
То есть у нас здесь еще дополнительно будут рельсовые пушки. Так, слушай, потому что мне сколько дали мне времени, чувствую, сейчас будет действительно какой-то замес. Дали минуту 16. Мне обычно никогда не давали столько времени на подготовку. Предвижу какую-то подставу. Ну, мы пока сюда рельсотронов расположим, мне энное количество. Главное, чтобы хватило энергии. А то я вместе с этими рельсотронами вылечу в трубу потом. Чего бы не хотелось. Так, и сюда еще, да? Давай мы сюда поставим рельсотрончик. Сюда поставим рельсотрончик. Сюда поставим. Да, прям далеко они стреляют, слушайте. Да, куда-нибудь поставим. Сюда. Сюда поставим. Нормально. Так, ну, мне будет, наверное, точка интереса вот эта основная. Хотя ни хрена. Наверное, основная будет вот эта. Что там, 35 секунд, да? Ну, подождем. Так, с артиллерией здесь вроде как все нормально. Там пушка даже исполняет брейк, не знаю, чем себя занять. Так, не, ну атака, наверное, с шестой базы должна быть прям мощна. Мне почему-то так кажется. Вдруг мы сейчас проиграем. Вот-то будет фокус. Если нас сейчас возьмут и вынесут. Башня с мини-пушкой требуется титана, башня плазменная требуется палладий. Короче, понятно. Тяжелая артиллерия, там вообще что-то, там, короче, охлаждающая жидкость что требуется, что-то такое. До тяжелой артиллерии нам еще играть и играть. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну-ка, покажите, что можете. Окей, мы готовы для них. Подожди, какая-то новая хрень. Откуда у нас повышение уровня осведомленности? Так, а где они вообще? Пацаны, вы где? Ага, я вас не боюсь. Ну ладно, хорошо, я все-таки немножко отойду. Хоть я вас и не боюсь, но все равно отойду чуть-чуть. По-моему, у меня арта стреляет пушку в ракетную. Да, артиллерию надо было подальше ставить чуть-чуть. А вот теперь не стреляет. Теперь нормально. Так, не, ну это что-то несерьезно как-то. За шестую базу, я думаю, будет более ожесточенный замес. Ну, хотя эффектно. Ничего не хочу сказать. В эффектности игре просто нет равных. Там все-таки дошел до стены. Хотя не, замес серьезный, слушайте. Не, довольно серьезный замес. А сколько у тебя боеприпасов? У тебя нормально с боеприпасами? 600 из 800. Ну да, по-моему, нормально все. Все, закончилось. Не, не закончилось еще. Хорош. Ну, опять не закончилось. Ладно. Теперь все? Отлично. Отлично, отлично. Так, давай, мистер Рикс, пойдем с тобой насобираем, что-то у нас тут получилось из этой прекрасной атаки. Carbonium deposit depleted. Iron deposit depleted. Да, мальца тормозит. Ну, может быть, даже и не мальца.
Так, у нас тут хранилище энергии, следующий уровень сейчас будет. Это, конечно, все очень сильно интересно. Так, это штаб 7 уровня, который откроет нам доступ ко всему. Ну, ладно, он пусть потом изучается. О, сколько здесь всего в плане вооружений. Так, новая броня, мех костюма, взрывная волна улучшенная, прыжок силы, которым я не пользуюсь, гранаты, контактные мины, ремонт механизмов, так, мелкокалиберное превосходное оружие, классный меч. Так, это нам не надо, хотя бы что надо будет ухмотать сколько всего. И арсенал 4 уровня у нас появится после этого, хорошо. Так, и здесь еще куча всяких исследований. Все это, конечно, все очень прекрасно, но это... У меня нет ни одного квеста, мне надо Титан найти. Так, Родонит, Хазенит, еще какая-то дам дрянь. Так, исследуйте колонии концентрации Фердонита в Вулканической области. Радиолокационные станции Вулканического... А, вот. Так, что там надо построить рифт-станцию? Аванпост по добыче урана. Нет, подожди. Чтобы обнаружить... А, нет, подожди. Поищите титановую руду на новой территории. То есть постройте станцию в Луканической области, чтобы обнаружить, наверное, этот самый титан. Как раз. То есть, в принципе, эти аванпосты мне не сильно нужны. Ладно, давай будем тогда идти по этому... Консультации Танзанита. Давай будем идти тогда по списку. Значит, мы посетили Вулканическую область. Тогда в следующей серии мы отправимся на концентрацию Танзанита, чтобы подравнять наши исследования с тем уровнем, на котором мы на данный момент находимся. Ну, на сегодня, наверное, все. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.